Туркестанской области в реке нашли древнюю арбу. Сколько десятилетий она провела в воде, историкам предстоит выяснить. Но уже известно, что пользовались ею примерно 100 лет назад. Находку обнаружили рядом с селом Шубар. Местный житель сразу понял, что она представляет историческую ценность. На место выехали сотрудники музея. Теперь им предстоит восстановить экспонат. По их словам, несмотря на почтенный возраст, арба хорошо сохранилась. Потеряны только два колеса. А вот само дерево и металл в удовлетворительном состоянии. После того, как повозку отреставрируют, ее выставят на всеобщее обозрение. Сейчас время уже тракторов, машин. А вот в начале 19-20 века применялись телеги в колхозных работах. Возили пшеницу, возили сено, людей возили. У нас впервые такая находка. У нас в основном ушла керамика и медные монеты.